если мяч из чистой зоны улетел, то... Дэвид Томас! Ничего себе! Всего лишь и... еще раз посмотрим этот момент. Дэвид Томас! Всех игроков этого матча и... Дащит пока выигрывает Астана. А это перехват и... Мощное завершение от Дэвида Томаса. Он становится первым игроком. Нюргер провалился под кольцо, двумя руками сверху заканчивает эту атаку Калева. Нюргер делает передачу в край. Янари Юэсар обостряет, и Нюргер берет на постер. Кейси Шепперда, мощное завершение, 255-255. После этого момента, после того, как он остался наверху, идут бум, как Рауну Нюргер. Колотит сверху, при том, что здесь казалось. Ставит уже вот второй звонкий блокшот. В двух матчах, впрочем, Калев наказал. С игры для Калева в этом матче. Ну вот здесь Моррис Кэмп совершает перехват, и нас ждет дан. Да, безусловно, у него достаточно атлетизма для того, чтобы... На другой стороне площадки это противостояние. Передача на Юэсара. Поддержал нападение Курбас. С отклонением, с шагом назад. Ну вот Фохман, да, ушел страховать. Пик-н-ролл играет с Кэмпом. Против Хиллиарда, нет, Хиллиард остается с ним. Юэсар, бабам, через Шакича. Янари Юэсар. Боулин защищается против него. Смены не произошло. И вот, мне кажется, что не поняли сейчас друг друга. Скайлер Боулин. Маркус Кин. Не стал бросать. Но какая же потрясающая передача. Маркус Кин. Вот Дорбик выбегает из-под двух заслонов. Затем играет на Юэсара. Оу, отлично, Моррис Кэмп. Какая скидка и какой данк. Калев очень неплохо двигает мяч. И Моррис Локомотива. Отличная скидка на Каммингса. Каммингс на Уильяма Госса. Ну вот, на переднюю дужку приходит бросок. Юэсар, слэм-данк. Он игрок сборной Доминиканской Республики, который пришел в команду по ходу сезона. Ну и вот как-то он все равно оставался незаметным, наверное, в первую очередь в атаке. Дэвин Томас колотит с двух рук. Ну, действительно, Калев нащупал сейчас слабое место. Химки начали активно прессинговать на чужой половине. Томас. И посмотрите, как потрясающе действуют большие Калева. Комфортно чувствуют себя в трехсекундной, но и обладают... Вот заметьте, что довольно результативный баскетбол получается уже. 86 очков. Пошла у нас последняя минута первой половины матча. Моррис Кэмп! Что это было? Бедный Сергей Монь. Но Томас это вот как раз из тех центровых, которые продолжают оставаться классическими. Моррис Кэмп. Фантастика. Чем многие матчи этого сезона, когда удавалось командам совершать потрясающие камбэки и делать это вот как раз. Уже набирает свое 18 очко. 6 из 10 у него с игры. Томас на Кэмпа! Моррис! Эффектными данками, ну и это еще один красивейший. Ну, это первые его очки в этом матче, 12-12. Льюис, бам! Шавон Льюис, один из самых эффектных данкеров единой лиги, напоминает о себе. Викалева 10, у Кина Льюис, скидка на Нюргера, Нюргер дает сверху. Маркус Кин, ничего серьезного с ним не произошло. И вот мы смотрим, какой передачи он награждает Нюргера. Нюргер сверху бьет через игрока Енисея. И это 2 с фолом. У Нюргера бонус, смотрим повтор шикарной передачи Маркуса Кина. И Иван Викторов не набирал очков в этой встрече. И вообще у него только одна попытка была забросить. Ну, а эта связка Дэвин Томас, Рауна Нюргер. Совладение Маркус Кин. Опять показывает изоляцию против него Иван Викторов. Скидка на Нюргера! Маркус Кин, Рауна Нюргер. Повтор этой атаки.